Она была как затравленный зверек в этой кровати. Почему я так долго не могла очнуться? Я не знаю. А нужно ли любить алкоголика? Прогноз очень плохой. Можно он умрет у вас? И умирать не хочу. Не хочу. Я эту всю мысль гоню от себя. В каждом его вздохе чувствуется такая боль, которую, наверное, невозможно выразить словами. Это удар по ее сердцу, да, по ее внутреннему миру. Что происходит, когда встречаются два одиночества? Новый проект телеканала «Самара ГИС» «Обернитесь». Смотрите во вторник, 13 июля, 18:45.